Свободно прижмите маску к носу и рту. Закрепите, как мы демонстрируем. Дышите нормально. Place the mask over your nose and mouth. Secure it as demonstrated and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you are traveling with a child, put your own mask on. В самолете имеются спасательные жилеты. In the event of ditching, the aircraft is equipped with life vests. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Your life vest is located beneath your seat. Достаньте жилет, вытащите из упаковки и наденьте через голову. Remove your vest from the package and pull it over your head. Подруга там встречать. Полет нормально прошел. Это вот аэропорт итальянский. Жду чемодан. Вот такой аэропорт. Иду на выход. Все, получил свой желтый чемоданчик. Выхожу. Лена должна меня уже ждать. Сейчас она будет на лекции. Может, она опаздывает. Что-то я ее не вижу. Аэропорт большой. Да, что-то я ее не вижу. Нет ее. Все, я им позвонила, они опаздывают. Будет через 10 минут. Я вышла на улицу их ждать возле 8-го выхода. Все им сказала.
Так что жду. Вот я в Милане. Ну, на улице ветра нету. Она говорит, холодно на улице. На улице очень даже хорошо. Я вот расстегнула толстовку. И куртку расстегнула. Хорошо на улице. Легкий такой ветерок, свежий воздух. Так что, ребята, я в Милане. Здесь вот выход с аэропорта похож на аэропорт как в Стамбуле. Вот там такой же аэропорт Ататюрк. Тоже очень похожи они с Ататюрком. Ой, хорошо-то как. Ребята, я проснулась. Посмотрите, какой рассвет, девчонки. Там вдалеке горы. Здесь балкончик. А это с другой стороны, с кухни. Вот вам утренний Милан. Здесь железная дорога у них прям сразу проходит. Такие домики маленькие. Лена повезла вот серенькая машинка в школу пацана. Вот. А я тут кофе пью. Поехали до станции. Она его повезла. И там он потом в школу на поезде. Такая красота. Вот там Альпы вдалеке. Горы и Альпы. La messo quanto tutte e sì, per questa cosa a помощники, мне кажется, они... Все, мы готовы идти покорять Милан. Так что, ребята, мы пошли гулять по Милану.